Всем привет! Сегодня мы хотели бы поговорить немного о нашем искусстве, о наших видеоблогерах, ну и коллегам по опасному бизнесу, скажем так. А именно, сегодняшний ролик посвящен такому известному блогеру в России, как Дудь, у которого на сегодняшний день более 3 миллионов подписчиков, да, по всей стране. Один из топовых блогеров, известных, ну, скажем так, наверное, уже не только у нас в России, но и за ее пределами. Контингент, который смотрит этого человека, очень разный. Это так называемые творческие люди, ну и просто любители обсудить новости. И все бы как бы ничего, все замечательно, но заметилась такая тенденция, что этот парень, Дудь, приглашает к себе таких неоднозначных людей, прямо скажем. Тот же скандал с интервью Серебряковым, все прекрасно помнят. Также он к себе приглашал и Алексея Навального, и Александра Цикало. Недавно был у него и Константин Хабенский. Тут не то, что мы там собрались кого-то критиковать, ругать, но заметили то, что все эти люди так или иначе, ну, не то чтобы негативно о нашем правительстве отзывались, потому что, ну, все мы знаем, все мы прекрасно видим, что у нас в стране происходит, но отзывались и о народе, не только то, что сейчас у нас происходит, а, скажем, то, что было в недалеком прошлом. А именно, ну, последнее высказывание Константина Хабенского относительно Советского Союза, да, и народов его населяющих, ну, тоже все прекрасно помнят. Заметилась такая тенденция, что всех так или иначе негативных персонажей, в определенном смысле этого слова, да, часто приглашает к себе вот этот парень Дудь. Я поинтересовался, кто он такой, чем занимается, откуда и так далее. И выяснилось, что, по всей видимости, ты уж меня извини, Дудь, но, по-моему, ты дальше кольцевой дороги Москвы вообще никогда не выезжал. И вообще слабо себе представляешь, на чем основано все мышление большинства, подчеркиваю, населения страны, а не так, как тебе кажется. Что касаемо политических вопросов к писателям, поэтам, артистам, ну, это, наверное, конечно, показывает уровень твоего интеллекта. О том, что ты спрашиваешь не специалистов на специализированные вопросы. Интервью, связанное с кино, пожалуйста, хорошо. Ну, все прекрасно, все нравится там. Но, пожалуйста, не надо затрагивать вопросы, связанные с политикой у неполитиков. Людьми, которые в этом ничего вообще не понимают ровным счетом. Они понимают столько же, сколько и я. Вот здесь, сидя на диване, как специалист диванной аналитики. Да? Если ты спросишь меня, я тебе тоже могу все рассказать. Что мне не нравится, что мне нравится, кто плохой, вот этот виноват, вот тот виноват и так далее и тому подобное. Но, по-моему, это не решение проблем. Не надо нагнетать обстановку, не надо дразнить людей, не надо так уж активно, провокационно лелеять о нашей либеральной, в кавычечках, мечте, да, прекрасного будущего. Потому что ты, судя по всему, воспитан именно в духе либеральной нашей молодежи. Собственно, на этом все. До новых встреч. Предлагайте свои темы. Всего доброго. Пока.